Спонсор проекта «Территория юмора» – микродепозитная организация «Арвант». «Арвант» – наша поддержка, ваш успех. Спасибо. Официальные партнеры проекта. Производитель мясной продукции «Файзи Расул». Производитель качественной мебели «Хафганч». Производитель сладких и вкусных попкормов «Соро». И рекламное агентство «Артган». Спасибо вам всем за поддержку. Территория юмора продолжается, а сейчас я хочу пригласить на эту сцену для экспериментального юмора Тулиса Артыкова, друзья! Наконец-то я участвую в номере. Дорогие друзья, представьте, в кабинете редактора «Тоджик Кино». Дар, не здоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Я неизвестный таджикский режиссер Тулис Артыков. Я беру блокбастеры из Голливуда и превращаю его на таджикский лад. Ваши аплодисменты, Гюми. Молодец, иди, делай. Или тебе деньги нужны? Не-не-не, я хотел вам представить, я взял готовые постеры из блокбастеров Голливуда так, и переделал его на таджикский лад. Я хочу вам представить эту идею, чтобы вы утвердили и заплатили мне за этот фильм. Ну давайте посмотрим тогда. Давайте. Давайте. Первый фильм. Аплодисменты, аплодисменты. Все знают этот прекрасный фильм «Тор». Человек молот управляет вселенной. Если в американском фильме молот вы видели летящим, Тор вы видели летящим, в нашем фильме Тор висячий. Ты что, дурак? Иди отсюда, нам нет, такой нет, фильм... Нет, 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 я думал, что вы так скажете. У меня есть вторая часть этого фильма. Дутор! В главных ролях Носир Рахимов? Нет, 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 нет. Тогда не надо такой фильм нам. Давайте. Дальше. Дальше. Все видели вот этот прекрасный советский фильм с участием Остапа Бендера, про Остапа Бендера «12 стульев». Я решил переделать этот фильм на таджикский лад, и назвать его «150 стульев». Во всех свадьбах, во всех тойхана, любой джояк спинджокас. 150 стульев, утром очи на гор, вечером той. Знаете, идите вот очи на гор, той. За это мы вам не заплатим. Ладно, я готовился. Следующий постер. Все видели вот этот фильм «Ужас, ужас». Очень страшное кино. Я решил снять таджикскую версию. Решил. И назвать его «Очень страшное рано». Девушка, не девушка, то мой интересовать навек надо. Рано я пытался. Давайте другой фильм. Следующий фильм. Фантастическая четверка. В этом фильме собрались 4 супергероя со сверхсилой и решили изменить мир к лучшему. Если бы вот в Таджикистане тоже собрались 4 не супергероя, не суперсилой и решили изменить город Худжанд к лучшему. Но у них получилось, не получилось, не знаю. Встречайте, следующий фильм. Фантастическая четверка. Зарни Горизар, Махками Баридин, Марьям и Далер Кутузов. Сумасшедший, я не знаю. Ладно, следующий фильм. Все видели этот прекрасный фильм «Дэдпул» с острым языком, такой остроумный, шуточки. Я решил его снять. Вот проходил по Гафурову, Гафуровки брав всегда это бинам ключе. И решил снять эту версию фильма. «Дэдпул». «Дэдпул». А другой вариант? Ладно, я решил снять в городе Худжанде эту версию специально для студентов. Неспул! Неспул! Слушайте, слушайте, у меня для вашего фильма тоже Неспул. Понятно? Это неинтересно это? Я знал, что вы так скажете. У меня есть третья версия этого фильма с таким национальным колоритом. Встречайте! Бекпур! В фильме играют Алов Оташев, Сабзи Девзираев и Дек Сиоев. Прекрасный фильм. Такой острый, як бы, яким еще... Да пошел ты отсюда, понял? Дурак! Что за Дек-пур?
Фильм таджикский такой крутой будет. Следующий постер тогда. Все вы видели, вот я взял таджикский фильм и переделал его в еще таджикский фильм. Итак, представьте этот фильм «Дуэздасолинтизори». Я снял новую версию. Она, эту версию фильма будут смотреть все, практически все районы Кишлаки. Встречайте. «Дуэздасолинтизори». Фильм «Просвет», а соти, ну и шапто панчи погрузся. Дуэзда, соати, интизори. Биту. Кадом дуэзда, соати, интизори. Похудок, дуэзда, соати, ми просвету, ми. Давай, заканчивай. У меня, ну ладно, давай продолжай. Следующий постер. Гарри Поттер и тайная комната. Волшебство, чудо, школа Хогвартса. Если бы Гарри Поттер искал тайную комнату, он бы в Худжанде его нашел. Встречайте! Гарри Поттер и тайная комната Эхсона! Дайте один шанс. Один шанс. Последний шанс. Следующий фильм, следующий постер. Недавно сняли последний эпизод «Звездных войн». Ну, нам надоели R2-D2, Дарт Вейдер. Надо новых героев включить в этот фильм. Вот давайте, вот если бы его сняли в Худжанде, я знаю бы, как это назвали. У меня есть самые лучшие актеры. Встречайте. «Звездные войны». С участием Голиба Юсупова и Анвара Ахмедова. Битва за количество сеансов. Идите сюда, молодой человек. Дерек Шоми? Ты? Идите сюда. Мы тоже снимаем новый фильм. Знаете, как называется? Как? Ну, тоже так, коротко. Пошел вон! Да пошел ты! Ну а теперь на сцену выйдет прекрасная девушка, которая совместила в себе и КВНщицу, и певицу. Встречайте, молодая.